Идеально по всем предметам. Новосибирских выпускников, закончивших школу на пятерке, на 200 больше, чем годом ранее. В честь отличников сегодня состоялся губернаторский прием. Сегодня наша уникальная Новосибирская область в том, что можно получить любую профессию, которую ты хочешь освоить. Потому что есть такое много высших учебных заведений, которые, ну, нет ограничений получить ту профессию, которую ты хочешь. Во-вторых, потенциал, перспектива Новосибирской области в том, что здесь есть место, где реализовать себя, самоутвердиться вот в своем достижении, уже в практической реализации. Поэтому хочу пожелать не останавливаться на месте, на достигнутом, идти вперед. К приему губернатору приехали 1324 выпускника. Ребята из всех районов. В обращении глава региона отметил, что образовательная система Новосибирской области успешно адаптирована к системе ЕГЭ. На данный момент 100 бальников уже 36 человек. И, возможно, их количество увеличится, так как результаты по химии и физике будут известны только в июле.